Сегодня вся страна объединена единой целью – одержать победу над врагом, и томичи не остаются в стороне. Среди организаций, которые объединяют в себе неравнодушных томичей, группа поддержки армии России «Так точно 70». Они изготавливают окопные свечи, сухие армейские души, тактические браслеты из паракорда, а также проводят тематические мастер-классы для тех, кто хочет присоединиться к помощи. Волонтеры из команды «Маскировка для своих» плетут для нужд фронта маскировочные сети. В строительной компании «Терра Сибирика» изготавливают сборные блиндажи, из которых военнослужащие делают жилые помещения, бани, полевые госпитали или штабы. Гуманитарную помощь принимают в Томском региональном отделении ЛДПР, а также в Общероссийском народном фронте. Помимо этого, в Томской области есть представители масштабного движения «Швейбаты», а также производители различных комплектующих для дронов. Это далеко еще не полный список общественных организаций города Томска, которые работают на нужды фронта и обеспечивают надежный тыл нашим защитникам.